Новый год все ближе, и в Твери продолжают открываться ледовые площадки для катания на коньках. В настоящее время во всех районах города работают уже 12 катков. Самые крупные оборудованы необходимой инфраструктурой, пунктами проката, раздевалками и освещением. Уже работают катки в парке Победы, возле физкультурно-оздоровительного комплекса имени Ахмерова, на стадионе «Текстильщик», у гипермаркета «Лента», торгово-развлекательного центра «Рубин» и спорткомплекса «Планета», рядом с Дворцом детей и молодежи, а также на площади Славы. Кроме того, залиты корты на улицах Марии Смирновой, Дружины, Паши Савельевой и Туполева. На очереди площадки в Бабачевской роще, возле торгового центра «Маяк», на ипподроме, улицу Ланчарского, а также в поселках Дарсу-2 и Сахарове.